Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор на вот такую вот игру «Фрукты и формы». А, здесь такие палочки на веревочках и какие-то собираете некие бусинки, которые развивают вашему малышу мелкую моторику. Интересно всей семье. Развиваем воображение, изучаем цвета, что немаловажно. И замечательный подарок просто ребенку. И замечательный подарок ребенку. Здесь 65 деталей из дерева и пластика. Так, посмотрим, что с той стороны. Покупала его в Альбересе. Ссылка на него будет вместе с ценой в описании. И давайте его посмотрим, что же там у нас такое внутри. Кстати, здесь очень хорошая коробочка, в которую можно в дальнейшем также положить, закрыть и убрать. Итак, открываем. Та-дам! Так, конечно же, здесь что у нас? Небольшая, да, инструкция. Примерно, что здесь можно собрать. И, конечно же, сами фигурки. Их здесь довольно много. Такой здесь шнурочек. Мне казалось, что они выглядят все-таки побольше. Так, а здесь получается у нас еще один, что ли, всего? Один, видимо. Кстати, он такой не очень качественно выполненный. Какой-то он вот, сейчас видно. Видите, какой-то он все-таки такой кривой. Не похоже это на дерево. Честно говоря, это больше похоже, как будто не допилили какой-то кусок непонятно чего. Так, здесь есть вторая. Второй ровненький, хорошенький. Здесь уже ничего нет. Здесь можно завязать какой-то бантик, наверное, чтобы они не убегали. Так, фигурки у нас пластмассовые. Хорошо, кстати, сделаны внутри. Внутри тоже довольно хорошо они выполнены. То есть, когда ребенок будет ее засовывать, он не будет там впираться во что-то. Все продевается. И все вытаскивается. Здесь концы немножко у дерева, конечно же, неровные. Видимо, торопились. В принципе, могли бы, конечно, и правней. А, плохо засовывается немножко. Видимо, из-за того, что вот концы всякие там. Но засовывается. А в отзывах я читала, что да, у многих не засовывается. Пришлось что-то там отпиливать, запиливать. Ну, нас так делают. Виноградик. Так, ну, в принципе, все засовывается. Да, кстати, смотрите, какой замечательный, красивый виноград. Какой у него цвет, а какой нежный такой, прям... Аж аппетит появился. Так. Давайте их посмотрим. Кругленькие здесь. Немножко тоже вот всякие козявочки видны. Как будто они были прилеплены друг к дружку и их отламывали. Вишенка. Ну, кстати, не так много деталей на вид, кажется. Здесь как раз что-то там, клубника, что ли, это. Или сливы, не пойму. Напишите в комментариях. Так, виноград. Два винограда. Здесь апельсин. Еще что-то. Ананас. Две штуки. Яблочко. А, яблоко, кстати, в бир... А, нет, господи, вот яблоко, это у нас гранат. Два граната. Арбуз. Слива. Еще слива. Так, что там? Яблоко, вот оно. А вот клубника. Так, клубника, значит, это
Так это слива, тогда это что? Не знаю, что это такое. Ладно, разберемся потом. Арбуз. Две вишенки. Тоже, кстати, довольно неплохо выполнены. Зеленые такие, деревянные. Так приятно их держать. Так, лимон в синем, на синем фоне. Груша. Еще лимон. Еще груша. Так, что еще у нас там? Банан. Банан что, один, что ли? Что-то я больше банан не вижу. И апельсин. А вот еще тут есть апельсин. А, вот банан еще один, слава богу, есть. Вот. То есть, ну, в принципе, кстати, набор не такой уж и большой. Коробка гораздо больше, а внутри коробки довольно мало. Мне казалось, все-таки будет побольше. Ну и, конечно, сами формы тоже там зелененькая, зеленых много. А еще кто-то остался. А, еще клубника осталась одна. Так, детали, да, зеленые, синие, оранжевые, желтые. Ну, видимо, оранжевый это как красный. И давайте, наверное, по традиции их пересчитаем, чтобы нам сразу знать, потому что в Альберес, к сожалению, бывает такое, что проезжает ваш заказ, а в нем чего-то не хватает. Давайте считаем. 1, 2, 3. Так, а у нас тут... А тут написано 65 деталей. А здесь их 70 даже. Представляете? Вот не зря я начала считать. Написано 65, а все вместе это 70. Даже на 5 деталей положили побольше. Интересно. Даже стало интересно, каких же деталей здесь больше. Понятное дело, конечно, что именно вот этих здесь больше. Но... визуально, на вид, по-моему, мне кажется, что всех достаточно. Ну ладно, не будем углубляться. Также, кстати, я еще докупила вот такой набор вместе к этому. Кстати, по-моему, это не одна ли компания? А, одна. Да, даже одна, я и не знала. Вот здесь у меня уже получаются, кто там? А, овощи. Тут у меня получаются фрукты. Здесь... овощи. Такая прям вообще маленькая-маленькая. Давайте ее тоже посмотрим. Она тоже войдет сюда на обзор. На нее тоже будет отдельная ссылочка. Вот здесь тоже такие же. Мне кажется, тут даже подлиннее как будто. Ну-ка. Хотя нет, шнуровка одинаковая. Здесь уже покрасивее они. И здесь уже прям даже видно. Вот, по-моему, кстати, они выпадают по отзывам. Здесь прям деревянные такие вот красивые, классные. Вроде они... взяла я одинаково, но по длине они разные. Так, здесь вот их мало. Сколько тут? А, 16 элементов. Тоже такие же, кстати, они деревянные. Вот она, кукурузка, в принципе, как и здесь. По размеру. По размеру, кстати, отличается. Это немножко повыше, это пониже. Все-таки поменьше. Так. Баклажанчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, и все. Все 16 они. Тоже деревянные. Так, где у нас они? Сейчас попробуем. Втыкается. Ой. Втыкается, но плохо проходит. В принципе, если вот подвигаться, они начинают лучше заходить. Некоторые плохо протыкаются. О, еще и пачкается.
Тут бы, знаете, какую-нибудь вот пилочку такую полностью кругленькую, и чтобы вот там внутри как следует все это выпилить. Но все равно, мне кажется, ребенку это будет интересно. Мне кажется, должно понравиться, особенно девочкам. Особенно вот девочкам какие-то делать, даже, может быть, бусики какие-то из овощей и фруктов. Думаю, будет интересно, должно понравиться. Вот такой у нас с вами был обзор. Я надеюсь, что вам обзор понравился. Надеюсь, что вы купите такую игрушку для своего малыша и будете вместе с ним радоваться и играть. Все-таки мелкую моторику малышу развивать обязательно нужно. Смотрите наши другие обзоры на игрушки. Помимо этих еще очень много всего интересного. Есть отдельный плейлист. Также у нас есть обзоры техники, обзоры на продукты. Из Фикспрайса, Победы, Светофора, из других магазинов. Обзоры на шоколадки, консервы, торты, печенье. Всего-всего, много-много всего интересного. Обзоры на продукты у нас выходят через день. И также есть влоги, которые выходят каждый день. Поэтому обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите комментарии, как вам понравился ли такой обзор. И на что еще сделать обзор, может быть, вы хотите что-то купить, но хотите сначала посмотреть, стоит это покупать или нет. Обязательно пишите, обязательно ставьте лайки, лайки. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!